Всем привет, меня зовут Александра Макарова, я книжный обозреватель. Сегодня хочу рассказать о книге, одной из самых сильных книг, что я читала. Я читала много, вот это вот произвело на меня сильнейшее впечатление, называется она «Матерь человеческая», автор Виталий Закруткин. Вообще, я не склонна плакать над книгами или над фильмами, но эту книгу читать без слез невозможно. Все время комок в горле, пока читаешь. Книга эта о войне, точнее, о женщине, в жизнь которой пришла война. На хутор, где живет беременная Мария и ее маленький сын и раненый муж, приходят немцы. Сентябрь 1942 года на дворе. Хутор они сжигают, сына и мужа зверски убивают, всех хуторян угоняют в Германию, а спасается одна Мария, которую сердобольные бабоньки спрятали в кукурузе. Рассказывать об этой книге без спойлеров тяжело, и столько эмоций после ее прочтения, что слова сложно подобрать. Хочется сказать просто всем, почитайте эту книгу, она о настоящей человечности, о глубинном материнстве, о силе, простоте, о чем-то самом-самом важном. Мария не совершала сознательного подвига, она не искала ни комфорта, ни выгоды, не искала справедливости и возмездия. Она просто жила в соответствии со своими ценностями, дышала, делала то, что считала нужным, но так получилось, что рядом с ней спасались все, от пчел и коров, брошенных в холода, до людей, которых раскидала война. А финал в этой книге так и вовсе просто вышибает почву из-под ног и производит сильнейшее впечатление. Я бы включила эту книгу обязательно в школьную программу. Во-первых, она маленькая, совсем небольшая, но сила воздействия огромная. На мой взгляд, это просто какая-то гениальная книга, очень важная и нужная. И я еще думаю, что это книга о настоящей глубинной женственности. И вот вместо всяких женских марафонов я бы советовала читать вот ее, «Матерь человеческую». Потому что глубинное материнство и женственность, она вот такая, как описана в этой книге, а не та, что во взглядах, юбках, позах и так далее. Закруткин выбрал идеальную форму для того, чтобы показать сердце женщины, для того, чтобы описать настоящую человечность, настоящую силу духа и силу слова «мама». И он написал о чем-то очень важном. Эта книга не только для женщин, это книга и для мужчин, и для подростков. Советую очень-очень ее почитать, если вы еще не знакомы с этой гениальной книгой. А еще больше разных книг, в том числе книг о войне, вы найдете на сайте «Омск здесь», в рубрике «Влюбленные в книги», ссылка в описании.